Новость о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой стала одной из самых громких в прошлом году. Задолго до того, как сама певица подтвердила разрыв, о ее отношениях с продюсером ходило феноменальное количество слухов, поговаривали, якобы Вере при расставании досталась весомая часть совместного имущества, а винили в случившемся, по иронии судьбы, молодую экс-солистку Виагры. Увы, после объявления о разводе легче не стало. Брежнева не раскрыла никаких подробностей, лишь обозначив, что о расставании она спела в новом музыкальном альбоме. Позднее на одном из концертов она со сцены обратилась к Константину со словами благодарности, из чего стало ясно, в отношениях бывшие супруги остались хороших. Накануне же вышло свежее интервью певицы, где она впервые откровенно рассказала о пережитом. Знаменитость, не сдерживая слез, призналась, что было сложно. Однако, несмотря на все тяготы, она уверена, такое необходимо проходить самостоятельно. «Конечно, — говорит она, — поддержка семьи важна, но справиться нужно самому». Брежнева вспомнила о самом трудном этапе развода и раскрыла, что у нее не было сил на что-либо, кроме страданий. «Было состояние, когда я понимала, что ну вот сейчас у меня нет сил ни на что, я сейчас могу только грустить. И я себе дала это время. Надо дать себе время. И это время, оно необходимо, чтобы не бежать от этих чувств, не блокировать в себе эти чувства. Но очень важно в этих чувствах не залипать и не скатиться в позицию жертвы», поделилась Вера в новом выпуске YouTube-канала Адили Исламгуловой. Не обошлось, разумеется, без вопроса о нынешнем статусе певицы. С улыбкой она подметила, мол, да, она сейчас в идеальных отношениях с самой собой.